Всех с новым утром и хорошим настроением. Если вы хотите, чтобы все ваши мышцы активно поработали, и вы при этом практически ничего не делали, а только получали удовольствие, приезжайте на конюшню, возьмите обязательно вот такую красивую лошадку и покатайтесь на ней. Но как правильно подойти, как правильно познакомиться, как правильно сесть на лошадь, расскажет специалист своего дела Степанова Кристина. Кристина, здравствуй. Всех с новым утром. Лошадь – это необычное животное, к нему нужен особенный подход. Во-первых, техника безопасности, конечно. Нельзя сзади становиться у лошади, ей осторожно быть с пальчиками, потому что они могут укусить не специально, но могут прихватить. Корм даем вот так на ладошке лакомство, и она берет губами осторожно. Вот. При занятии конным спортом работают все группы мышц, как уже было сказано. Основная группа – это идет спина и ноги. Ну и все остальные тоже, руки также работают. Ну и просто это увлекательно и приносит удовольствие. Кристин, покажи сначала, да, потом буду экспериментировать. Я на себе. С чего начать? Я пока тут постою. Так, ну начинаем с того, что лошадь нужно почистить. Подходим, потому что на спине она валяться любит, у нас ворсиночки могут быть, да, чтобы седло не натерло, чистим лошадь. Потом одеваем уздечку, это то, что находится на морде, чем мы управляем. Вот. И находим общий язык, то есть не общаемся рядом на земле, учимся ее не бояться. Следующий этап уже идет у нас занятие верхом. Мы становимся с левой стороны, левую ногу в стремя, держимся за гриву и толчком правой ноги залазим на лошадь. Вот так. После того, как сели, прижимаем колени к седлу, пяточка вниз, перебираем в руки повод. Повод держится правильно без мизинца. Вот так. Даем посыл легким толчком пяток в бока и поехали. Движения у них разные, спины тоже разные. На каких-то удобнее сидеть, на каких-то неудобнее. Потом приступаем к рыси. Делаем такой же посыл бока. И лошадь у нас поднимается рысью. Ирина, ты все поняла? Теперь твоя очередь. Да, Кристин, я, конечно, постараюсь все запомнить и применить все, что ты говорила, но это будет в следующем сюжете, так что не пропустите, как я сяду на коня.